Под прицелом прибора видеофиксации правонарушений пешеходы, вернее, горожане, которые переходят дорогу в неположенном месте, а также автомобилисты, которые не пропускают людей на зебре. Сотрудники Зареченского отдела госавтоинспекции с 4 по 10 апреля проводят сразу два профилактических рейда – пешеход и пешеходный переход. Особое внимание местам, где в 2022 году произошли ДТП. В текущем году у нас зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, где в результате у нас получили телесные повреждения 3 пешехода. Сотрудники госавтоинспекции ежедневно выявляют на территории города правонарушения, которые совершают как пешеходы, так и водители транспортных средств, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам. Если водитель автомобиля не уступил дорогу пешеходу, ему грозит административное наказание. Придется расплачиваться кошельком. Штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Ответственность предусмотрена и для торопыжек, которые перебегают дорогу в неположенном месте. За нарушение правил дорожного движения пешеходом, то есть переход дороги в неустановленном для этого места, предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, либо предупреждение, если правонарушение совершается в первый раз. Штраф – это не самое страшное в случае, когда участники дорожного движения пренебрегают правилами безопасности. ДТП с участием пешеходов очень часто имеют серьезные последствия – тяжелые травмы, потерянное здоровье и даже жизнь. Предельно внимательными должны быть и водители, подъезжающие к переходу, и пешеходы, которые готовятся перейти дорогу. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».